Всем доброго дня! Всем здравствуйте, мои хорошие! Рада всех вас приветствовать на моем канале. Называется он «Селяночка Валентина». Или Валюша, Валентина. Прошли сваты, и вот это какое-то мое имя прям зазвучало. Валюха, Валентина, Валюша. Как-то она прям даже интересно звучит. Сегодня у нас пасмурный день. Холодно. Морозы небольшие. Пошли у нас тоже, как у вас, девчонки. Ну, вот сейчас покажу вам свои распаковочки. Пойдемте посмотрим, что же мне пришло. Пришло это не сразу прям вот кучей, а были в сентябре. Еще Сережа был дома наш, я заказывала. Ему заказывали на щуку всякие там, даже не знаю, как, в общем, чем они их таскают. О, даже не скажу, сейчас вам покажу их тоже, чем. Пойдемте глянем. Ну, и я себе заказала заодно. Зарплата была его еще нормальная, поэтому давай немножко себе закажем. Вот и мы заказали. Была бы я рыбачка, я бы вам сказала, что это. А я не рыбачка. Ну, вот такая вот штучка на щуку. А это, посмотрите, прям лягушка натуральная. Ухватишь, она еще мягкая. Вот такая лягушонка. Он себе заказывал, говорит, ну давай я себе что-то закажу. И вот сейчас я покажу вам, что я заказала. И мне пришло. А сейчас, говорит, давай что-то надо вам показывать. Вот сейчас покажу вам распаковочку посылок. Надо открыть. Ну вот эта лягушонка, у нее лапки дрыгаются. Сюда она же подцепляется или как. И крючок стоит. И вот она, эта лягушка, еще мягкая вдобавок. Ха! Вот, потом вот такая вот. Тоже. Это вот я знаю, что поводок называется. А это вспомнила. Это называется блесна. Ну, наконец-то до моей головы дошло, что это блесна. А это, посмотрите, какая. Сейчас я вам разберу ее, и вы подумаете, на что это похоже. Я была в шоке. Да что же такое? Что тут творят, говорю? Я думаю, это нетрудно догадаться. Вот это такую фигню, говорю, делают. Безобразие. Мужской пенис. Я смотрела. А Юра говорит, нет, это рыбка. Какой же тут рыбка, когда тут все причиндалы? Это что, говорю, вот это вот такое безобразие. Ну вот, Сережка такой заказал. Чтоб щука на него ловилась. Крупная-крупная. На такую штуку. Но она теперь жёленькая так. Ой, это крючки вот у него. И вот такие еще две блесны. Ну, теперь по весне. Бог даст, все будет хорошо. Пусть ловит мне. Вот на этого вот. Крупненьких. Ну, а сейчас пойдемте глянем, что я еще получила посылкой. А у меня посылочка пришла с Алиэкспресс. Я думаю, никто не догадается, что у меня тут есть. А здесь находится укрывной материал. Плотность 60. Для растений. Сейчас я ее открою и посмотрю. Надо открыть так, чтобы было удобно. Тут, наверное. Сейчас я распакую ее и покажу вам. Вот как написали. Зеленый лук, нетканный укрывной материал. Плотность 60, размер 3,20 на 10 метров белый. Вот такая штучка я выписала. Если ехать в город и покупать, обойдется много дороже. Билет 600 рублей. Сам материал. И он обойдется больше 1000. Такая вот у меня теперь укрываешка есть. Не знаю, что я укрою им. Или розы укрою, или ежевику. Здесь 10 метров, как я говорю. Двойной, двойной. Ну, все. Все хорошо пришло. Нормально. С одним разобрались, а теперь другое. Лежит он у меня уже со 2 сентября. Здесь притеняющая сетка. Сейчас я немножко ее открою. Совсем открывать не буду, так как она мне сейчас не нужна. Будет нужна только летом. 4 на 6. Ее ширина и длина. Брала я за 720 рублей, тоже на Алиэкспресс. Вот она, сами видите, какая. Вот такими ячейками будет она у нас находиться. Сейчас я чуть-чуть, может, открою вверх, покажу. Ну, хоть так немножко. Собрана она в рулон. И вот такая сетка притянящая. Вот такие вот ячейки у нее.
Так что будем помидоры закрывать, чтобы не горели. А то они горят у нас, прям плавятся на солнце. Не знаю, получится, если за зиму, то еще можно выписать одну. Не так как дорого, 800 рублей. По нашим деньгам. Пусть чай лежит до лета, пока она не нужна. Я ее опять запаковала и отправлю ее на хранение. Вот такие вот у меня тут покупки. Сейчас еще что-то покажу вам. А что еще покажу? Вот смотрите, электрическое одеяло. Выписала тоже уже в сентябре ее. Показывать не показывала. Не до этого было. А сейчас, да ладно, говорю, покажу. Может, кому-то и понадобится. Зима у нас на носу уже, можно сказать, прям рядышком. Вот ее включаешь в розетку. Идет прям специальная розеточка она дополнительно. Это одеялко. Тут маленький разъем, а тут уже нашу розетку. Единственное, что мы не можем разобрать вот этих вот иероглифов китайских. Что тут и как. Ну вот, включаешь, и она все равно работает. Сейчас я. Одеяло 1,5 на 1,80 м. Мягкое. Ворс у нее такой вот немножко пушистенький. Мне его посоветовала моя подруга с Казани. Она говорит, я уже пользуюсь давно. Одеялка, но небольшой у нее. Так что на Алиэкспресс, смотрите, одеяло это вышло у меня 1500. Сейчас идет там акция до 11 ноября. Так что, кто пользуется и нужно кому, пожалуйста, можете прикупить себе одеялко. Она большое, 1,5 на 1,80 м. Сейчас я ее включу и посмотрим. Вот, видите, она загорелась. Ну, а вот потом... О, блин, отвалился. Шнурок надо размотать. Снурочек мешает. Не дотягивается до рафилки. Одной рукой, как всегда, вот показывает. И я также показываю. Не, чтобы выключить и по-новому включить. Ага. Так вот. И вот, что мы тут тычем, не знаю. Ну, еще вилка как-то. Ее надо, наверное, в этот. Сейчас я удлинитель включу. Удлинитель включаем. О. Все заработало. И вот тут выбираешь режимы какие-то. Хрен их знает, как их выбрать. Во, смотрите. Ну вот, она греет, да. Все работает, все нормально. А что вот они означают, вот эти вот 12. Потом 8. 4, 2. Тут непонятно. Если бы хоть было на английском языке, а то на китайском. По нем мы не курлыкаем. Непонятно. Ну вот я вставила так вот ее. И вот кот лежал, прям аж голову свесил. Так ему было приятно на это одеяло лежать. Так что, если кто желает, пожалуйста. Зима у нас на подносе уже, можно сказать, сидит. Ждет, когда нам тут морозами дать. Да покрепче укроешься этой одеялкой. Красота. Будет тепло. Я в прошлом году хотела ее купить, но так и не получилось мне купить. Что-то все. Денег не хватало. А потом вот в сентябре заказала. И она пришла нам. Так что теперь у нас одеялка. Укрывной вот получила я не так давно. Одеялка 1500. А это вот все. Недорого. 720. И это где-то в пределах 800 рублей. Укровный материал. Ну вот. А сегодня я занялась своими розами. Вся уже исцарапалась. Обрезала их. Не все. По одну сторону только. Сейчас вот схожу за хлебушком. И пойду, наверное, буду уже вывозить все кусты, которые я пообрезала. Еще на эту сторону перейду. Тут, я не знаю, 12 штук, что ли, этих моих роз. Вот такие вот дела, ребята. Холодно у нас. Похолодало стоит. +1, -1, -3, +1. В общем, зима идет, зараза. Идет, как бы мы ее не хотели, она крадется. Ну что деваться нам, куда? Да никуда, будем жить, также будем каждый день выходить на улицу, снег чистить, все будем делать. Вот я платок снимаю, и сразу какая-то... Да ладно, я вам показываюсь, марафет не навожу резко, так иногда... А в основном показ, естественно, какая есть. Это за собой ухаживать много времени занимает. Мне некогда этим заниматься. Да и не люблю я. Меня Юля вот любит ухаживать за собой, а я нет.
Какая есть, такая есть, нечего. Нравится, пусть смотрит. Не нравится, не, пусть и ходит, не смотрит меня. Пообрезала все свои розы. Понавалила кустов. Сейчас тут непонятно, что у меня творится. Притащил тачку свою. И буду сейчас теперь согребать и вывозить все, что под розами. Грабли еще не принесла, надо за граблями ходить. Ну вот такая у меня сейчас работа. Холодно, но делать надо. То дожди были, а теперь вот холодно стал. Опять не нравится нам. Здрасте. Нам никак не угодишь. Поэтому сейчас я все это соберу, приберу. И будет тут тогда порядочек. А сейчас вот не пойми чего. Ну а теперь вот так выглядит мой участок, где я тут сегодня поработала. Все обрезала, всю листву убрала. Ничего тут уже теперь у меня нету. Стоят чистые рядочки. Палки тоже уберу. Будем ставить конструкцию. Язык замерз. Холодно. Ну, как сказать, холодно. Минус идет, минус. Вода так вон в этой моей корыте со льдом. А по эту сторону я ничего не делала. Тут еще кусты. Их тоже надо будет убирать. Гортензии. Фу, да, обрезать надо, хотел сказать, хризантемы. Хризантем я тоже потекрыжила. Край забора здесь отросли. Все убрала. А здесь один куст остался. Ну и розы. Розы, розы, розы. Еще тут. Видите, какой ветер. Северный прям дует. Мне холодно. Хватит его, наверное, сегодня. Надо перекурить. Как у нас говорится. Перекурить надо. Хотя я не курю. Так, к слову. Пойду домой. Кушать хочется. Уже и вечер настает. Сейчас погреюсь, да пойду уже в сарай. Работа моя закончена на сегодня. С цветами с моими. Мы с Юлей едем за карпиками. Тут узнали, что у нас продают карпов. И вот сейчас поедем купим. Ой, дорога у нас супер. Карпов всех. Живых карпов. Не знаю, почем. Вернее, по 150 рублей за килограмм. И вот какие они, не знаю, какие. Сейчас приедем, посмотрим. Недалеко тут нам ехать, но все равно километра полтора, наверное, будет, а то и меньше. А это мы по нашей улице проезжаем. Теперь уже выехали. Тут у нас заросли. Заросли, некому их убирать, эти заросли. Грачи шастают по дороге. Хотел сказать, по огороду. Ой, ну что, поехали мы, поехали. Впереди наша школа. А нам сюда по прямой. Юля уже принялась за дело. Я только руки помыла. Помыла бачок, в котором мы привезли его. И вот эти вот карпики. Пошли, убрались с ней. Всех загнали, свои птицы. Теперь займемся карпики. Карпики неплохие. Вот они какие хорошие. Зеркальные в основном. А и тут мало таких вот. Так что мы сейчас быстро с ним расправимся. Уберем. И будет у нас опять еда. Я только говорила, что у нас не будет. Жадничала. Жадничала, Юля. Все карпы поела. Юля не давала. Я говорю, Юля, все карпы уже поели. Осталось два штуки. Ну, а тут нате вот вам. Позвонили, узнали, что да, есть продажи. И мы помчались быстренько, купили. И сейчас будем обрабатывать. Ну что, дочь, душенька ваша, довольна? Алло. Да. Довольна. Ой. О, укладывает усердно. Целая чашка получилась у нас рыбы. А вот штук-то не знаем сколько. Голову сразу мы подрубили. Юля этим занималась. А я чистила. Вдвоем так прям быстро у нас все пошло. Раз, два и готово. Да, дочь? Да. Да. Ты устала? Устала? Ну да, она сегодня в город ездила одна. Приехала с города. Я говорю, давай поехали за рыбой. Вернее, я еще в городе позвонила. Она приехала, мы машину завели и помчались. Сколько мы ехали? 40?
чего? Километров в час. 70. По нашей дороге, да? Да. Ай, не могу. Волоса аж развивались у нас. 7, наверное, точно ехали. Постарались. Первый раз. Ой, какая рыба хорошая. Я говорю, Юля, теперь на 2 месяца хватит. Она так поглядела на меня. Сказал бы, до декабря. А я как сейчас сказала? До декабря. Ну да, да. Я говорю, ну да. Ну да, ну да, говорит. А то же я не давала. Задничала. Задничала. Ты прямо там от 10 килограмм 2 штуки осталось. А тут мы купили 15-200, что ли? Да. Да, вот. Я бы 20 взяла. Она говорит, хватит, куда будешь ложить. Сейчас в морозилку пихали. Но все-таки нашли место. Сейчас мы все это берем. Мешков мало, сейчас дам еще. 9, 10, 11, 12, 13, 15 штук. Ну, 15 штук. Килограмму. По килограмму, да. По килограмму получились у нас. Ой, телефон. Ну все, не буду вам больше показывать ничего. Показывать на этом все. У нас уже поздний вечер. Мы сейчас закончим. И будем отдыхать. Вот чем заниматься. Я пойду на комментарии отвечать. А Юля будет ТикТок свой смотреть. Да не смотрю я ее. Не смотришь? А кого ты смотришь? Ютуб смотрю. Ютуб? А, ну Ютуб вы смотрите. Убийство. Она в основном ногти смотрит, как сделать. Да. Убийство. Скоро будем переделать, а то я уже... Я говорю, как чепушила хожу. Ну вот она мне сегодня обещала. Я говорю, ну сегодня не получится. Я говорю, ты, говорю, приедешь, устанешь. Ну вот. Вот они какие страшные. Ну, думаю, на завтра будем. У них вообще нету. У тебя нету, они тебя отваливаются. А у меня есть. Не отваливать, сняла. Да, сняла. Сейчас без ногтей ходит. Отдыхаю. Угу. Ну все, девчонки, мальчишки. Вот так мы сегодня нарабачили. Наша чуть мыло-мыло, все равно кровище сколько. Потому что это карп. Ну да. Николай. Ну вот, мы пихали, у нас еще один этот ящик стоит. В один ящик, может, сказать, что уместимся. Да не может, а уместим. Тут осталось 3 штучки. Ой, какие космели. Не знаю. Многие не спокойно относятся к рыбе. А мы любим рыбку. Кто любит, кто любит. Кто любит, кто не любит. А мы мясо любим и рыбу любим. Мы овощи меньше едим. Вон капуста стоит, она так и будет стоять в банке. Пока не заквасится совсем. Мазь скачет. Это да. Будет на щи пойдет. Наверное, скачет. Ну вот и последний. Пакетик. Ура, мы победили. Один пакетик. Ой, чуть опять мало. Кончились пакеты, уже надо покупать. Все, потащила. Ящик пустой. Мой. Ну вот. Один ящик у нас пустой. Можно будет. Неправильно? Ой, да хватит тебе стоишь-то. Еще нумерацию соблюдает. 1, 2, 3. Как ж. Магазин не работал. Ну да. Ну, этот нам под что-нибудь. Тут у нас манты лежали. Вот опять можно будет что-нибудь сделать. До свидули. Ну, а теперь можно с вами и подосвиданькаться. Всем до свидания. Спасибо за просмотр, за поддержку, за добрые комментарии. Прям сижу, головой машу вам. А Юля давно смеется. Опять, говорит, головой сидит, трясет. Ну как же, я же с вами разговариваю, читаю и разговариваю с вами. Ну все, сегодня у нас был такой день. Спокойный, звонил сынок. Я всегда говорю, сынок, не сын, а сынок. Все нормально. Мам, я жив, все нормально. А как нормально? Никто не знает. Посылку, думаю, что сегодня она поехала. Мы так рассчитываем, что сегодня поехала все-таки она. А вот сколько это будет посылка ехать? Ой, сказали вчера, что поедет завтра. Ну, до 10 они принимают и все. Ну все, значит, надеемся, что поехала. Дойдет, не дойдет. Будем везет. Надеяться, дойдет. Как дойдет, я вам, конечно, поделюсь, скажу. Да, ребята, он получил посылку. Ой, тень какая у меня тут. Ну все, всем пока. Не болейте. Всем здоровья. Всего самого наилучшего.